Участников, которые съедутся в Котлас, чтобы продемонстрировать свои знания и навыки профессионального мастерства, ждет торжественная церемония открытия чемпионата. Она пройдет в Коряжме на базе градообразующего предприятия. Молодых профессионалов Архангельской области примет филиал группы «Илим». В этом году филиал группы «Илим» впервые принимает у себя участников столь масштабного мероприятия. И мы подготовили для них обширную, разнообразную, интересную программу. Мы покажем им музей истории комбината, покажем рабочие места, проведем экскурсию на промплощадку, покажем работу сотрудников службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, учебные классы. Также мы гостям презентуем проект «Дорога в жизнь», который мы успешно реализуем на протяжении нескольких лет. Чемпионат «Молодые профессионалы Архангельской области» проходит четвертый год. Всегда активное участие в нем принимает Коряжемский индустриальный техникум. Дважды его учащиеся входили в состав призеров. В этом году они примут участие в двух компетенциях. В этом году студенты Коряжемского индустриального техникума принимают участие в двух компетенциях, а не в одной. Одна – это электромонтаж, представляет ее студент 4 курса Денис Дорофеев. Вторая компетенция – системное администрирование, представляет также студент 4 курса Данил Полудницын. И мы рассчитываем на победу. То есть так серьезно как бы настроены, тем более, что у нас очень хорошие руководители, которые сопровождали этих ребят, готовили их к чемпионату. Это мастер производственного обучения Юрий Генов и преподаватель профессиональных дисциплин Елена Макиевская. Учащиеся и преподаватели КИТА посетят мероприятие чемпионата в Котласском электромеханическом техникуме. А в рамках деловой программы организуют еще и мастер-класс по поварскому делу. Чемпионат должен стать толчком к развитию учебного заведения, уверена директор техникума Ольга Порошина. Наши ребята не просто примут участие, но мы направляем и группы студентов, чтобы они посмотрели, как этот конкурс проводится, чтобы они уже зарядились и захотели участвовать в нем. Ну и, конечно, самая это большая задача. Мы хотим аналогичную площадку по какой-то компетенции на базе индустриального техникума в городе Коряжме. Это открывает большие возможности. Чемпионаты, проводимые по стандартам международного движения World Skills, это один из инновационных путей развития среднего профобразования. Студенты получают свои распоряжение современное оборудование, которое специально закупается для выступлений, а зрители могут наглядно увидеть спектр профессий и специальностей, которые предлагают учебные заведения. Четвертый региональный чемпионат пройдет с 27 по 31 января. Будем следить за ходом мероприятий и пожелаем удачи нашим участникам.